Ой, блин. Ну да, типа того. Вот не знаю, для этого и зашел, думаю, дай-ка проверю, пацаны. Поставили новый роутер, но я, если честно, что-то сомневаюсь, что будет что-то толковое. Вот посмотрим, сейчас будет связь обрываться или не будет. Ничего, интернет улучшаем. Ну как это харе валяться? У меня день отдыха, точнее два, вчера и сегодня. Это значит, что в эти дни я должен как можно больше отдыхать. Вот. Пока норм, да. Ну, пока еще рано, он так сразу не обрывается. Блять, ну я же только что сказал, вы что, обкуренные, что ли? Еще один обкуренный. Давайте считать обкуренных. Еще один. О, красавчик, пельмени со сметаной. Блять, как можно есть пельмени со сметаной в жару, это пиздец. Эй, дядя, дядя. Ребят, Васип просит, чтобы я ему прислал свою фотку. Я не хочу. Ну да, на минутку, мастер, типа, проверить связь там, все дела. Покажи банку. Какую тебе банку показать? Банку. Ладно, ребят, все, что хотел, проверил, блядь.